Хабаров, 3 минуты твои, погнали! Come on, boy! Я сразу же отличный супермен, очень аппетитный. Не смог законтролить, куда сыгал, ничего страшного, сразу же реанимировался в дрифтах. Амплитудный, конечно. Амплитудный, вы знаете. И в хост-райдера, сразу же пауэр в хост-райдера. Давайте поддержим парня, отличный стиль. Сразу вспоминаются слова моего деда. Опускай кобылу, иначе она тебя сбросит. Вот он из тех, кто опускал кобылу по полной. Великолепные переходы, балдин и стрит, тоже нохэнд. Давайте поаплодируем еще раз этому парню, он очень достойно выступает сейчас. Давай, брат. Попытка. 360 VIP, не чисто, но доделано. Потрогал земельку. Великолепная комбинация трюков в дрифтах. Хорош, видно, четкая, стройная, слаженная, настроенная программа у парня. Switchback. Switchback and stand. Switchback кофе зира. Работает по ковбойской системе просто. Давайте поддержим еще раз участников, конечно. В хорошем прокате, сразу очень амплитудные, хорошие сидящие круги, но... Настоящий контролер, все контролер. Контролить мотоцикл до конца. Переход в хороший дрифт. Дрифтанул, психанул, дрифтанул. Задача на квалификации показать как можно больше, чтобы пройти дальше. Неплохой прокат в стопе, кенгуру, ванетти и крест. Крестик вообще идеально ровный, как при штиле. И развернулся сейчас, смотри. О, свитчбэк кофе зира. Да-да-да, вышел на другой трюк легко и непринужденно. 30 секунд в запасе. Такое опасное ванетти в конце. Но Кристина ничего не пугает, она не боится. Она видала ванетти и поопаснее. Выдает большого круга. На заносе на управляемом. Хорош! Супер! Время! Выдернул! Отличное завершение! Отличное завершение! Нормал, Денчик, респект! Денис Рыбалка, друзья! Хапа!